Как вы думаете, можно верить тому, что говорят по телевизору? Можно. Соловьёва и Киселёва смотрите? Да. И можно доверять? Да. Они не занимаются пропагандой? Нет. Все правда? Да. Как вы считаете, можно верить тому, что говорят по телевизору? Я думаю, что да, можно. Сейчас как раз наше время. Вы думаете, по телевизору врут? Я думаю, нет. Вот Украина точно врет. Как ты думаешь, можно верить тому, что говорят по телевизору? Конечно, они не будут нас обманывать. Вызывает доверие Соловьев. Соловьеву верю. А знаком с Соловьевым, с Киселевым? Ну, они отстаивают наше имя, защищают наши интересы. Им можно верить? Ну, в принципе, да. Как ты считаешь, американцы живут лучше, чем мы? Ну, вообще, мы посвободнее будем в плане жизни. Как ты думаешь, русские смогут пережить ядерный удар? Мы много что пережили. Я думаю, переживем. Хотели бы посетить Америку? Она нам нужна. И вообще, если бы там радиоактивная пустыня была бы на месте Америки и Европы, я бы только рад был. Они нам мешают. Проще говоря, противоречие какое? Мы по разные стороны от прилав. Как думаете, русские смогут пережить ядерный удар? Я даже уверен, что переживут, потому что, вы знаете, у нас страна необъятная. Это другое дело, американцам надо бояться больше всего. Что Америка хочет от России? Америка хочет захватить Россию. Ты бы хотел посетить Америку? Да нет, конечно, нахуй нам нужны, ты чё, они... Америка как страна сильная? Нет, она ожиревшая. Вы бы хотели, чтобы Россия присоединила Украину? Присоединила, нет, она в состав ее возьмет, почему бы нет? Это слишком жестко, но можно было. Как ты думаешь, Россия переживет ядерный удар? Да, конечно, переживет, еще в ответ убьем. А как вы считаете, Россия переживет ядерный удар? Конечно, у нас больше территории. Даже, может быть, надо ее сейчас изначально начать. В ходе последних событий как ты относишься к присоединению Сыктывкара к составу России? Я отношусь положительно. Сыктывкар нужен России? Конечно. Ура!